Всем снова привет, с вами Game Dragon, и мы продолжаем играть в нашу карьеру, в компанию 1.1.64 бита. Так, загружаемся. У нас тут не густо. Вот, я добавил кое-какие моды, я даже сейчас скажу, какие моды я добавил, потому что они потихонечку обновляются. Значит, 22.04 я добавил Precise Node, я добавил Kerbal Stock Part Extension, Kerbal Inventory System, Kerbal Attachment System, Distant World добавил, RealChut перенес из NoScan в Scan, ну, то бишь, в смысле, они добавили, а я его... поставил. Ship Manifest добавил и Toolbar, как видите, вот он Toolbar. Также я перенес Universal Storage под управление скана. Connecting Living Space, по-моему, стояли, я об этом говорил. Ну, так вроде все. А, вот Texture Replacer еще добавил. И с помощью Texture Replacer заменил общую текстуру Кербина. Как вы видите, она теперь... вот, более детальная. Вот эта мне текстурка пока что нравится больше всех. От Dinkelstein Shadow. Посмотрим, что это за контракт на это, кстати. Так, Dinkelstein Shadow. Это мои активные, наверное. Нет, у меня два. А, у меня два контракта всего. Так, Conduct, Foxed, Atmospheric Survey, below 18 тысяч. Угу. Вот можно, кстати, взять, но... но сколько у нас? 340. Да, мы можем проапгрейдиться. И я считаю, что мы можем взять этот контракт. И до 7 тебе разогнаться. Remote Tech. Create Communication Network на высоте 600. Но я бы пока не брал... чтобы у меня была свобода действий. Когда мы выйдем на суборбитальный орбитальный полет, тогда я только предлагаю подумать о спутниках. Здесь 8000 метров, скорость 120 на Джумбо. Не, ну в принципе можно было бы выполнить его, я думаю, но может чуть попозже. Так, и мы с вами планировали выполнить контракт на суборбитальный полет. На новую ракету. Давайте будем пробовать. Ракета у нас будет искусственная, ну то есть не пилотируемая, понятное дело. Так, ну, я не хочу ее делать с разделяемыми частями, поэтому я сейчас примерно по тому же принципу пойду, который был у меня и до этого, что у меня мышка тормозит. Так. Эй, мышка, не тупи. Я вот думаю, а мышка ли это? Или это опять у нас перформанс? Нет, перформанс не скачет. Все хорошо, значит это мыша. Так, по двигателям. У нас есть много всяких разных двигателей, но у нас пока... Трастеры у нас есть, да? А что, если мы попробуем вот так сделать? Потом добавим вот эту. Я знаю, что этого будет все равно мало, хотя мы можем вот на эту сделать. 14, это будет 0,98. Это маловато. Это 108, но их надо 2, это будет много. Здесь 200, 160... 69. О, вот это вот хорошо пойдет. 1.44. Вот это вот. Викторини у нее есть? Да, 2. Так, 3000. На самом деле 3000 этого достаточно, чтобы сделать суборбитальный полет. Если честно. Если честно. 1.44, да? Давайте сделаем таким образом. Я сейчас добавлю вот так, 1.05, и вот так добавлю сюда бустеров. Нет, бустеров я не сюда хотел добавить, что ж я вру. Я хотел бустеры добавить снизу.
Так, стоп, где движки? Вот движки. А, бустеры у нас есть теперь огромные, вот такие, видите? И все, получим 4700, это практически орбита 4700. Но это много, мне не надо столько. Поэтому я возьму обычный маленький. Вот, и это будет 4200. И вот это будет достаточно для выхода на орбиту. А, тяга 1.86, отлично. Здесь у нас куча всяких хороших, правильных деталей. Поэтому я это поставлю вот так. А снизу поставлю вот так. Хотя на самом деле у нас F1 была вот такая. Ну, снизу у нее были крылья. Хочется и прототипную такую. С одной стороны, с другой стороны хочется управляемую. Потому что вот это сейчас все соскочит. Ой, не так. Вот так. Да, запускаемся. Это у нас будет F1. Ой. F1. Или это даже F2. Нет, давайте пускай это будет F1. Так. Контракт плюс можем закрыть. Полетели. Неспешненько так себе. Стабильненько. Пойдем. Идеально. Вообще красота. Так, вот мы начали поворот. Сейчас довернем еще немножко. И вот так где-то и пойдем. Что нам наша земля покажет? Ну какая красота, а? Какой у нас апогей? Апогей 8 километров. Топлива хватает. На полную чешем. Ускорение 156. Отлично. Я считаю, что идеальный, по-моему, полет. Да, вектор у нас уходит на 45 где-то градусов. И если мы все топливо выработаем... Вот что-то бахнуло там. Если мы все топливо выработаем, мы должны будем нормально спуститься. Блин, классно, работает и скатерер отлично, и облака объемные отлично работают. Я просто доволен сборкой. Еще раз повторяю всем ленивым. Вот, видите, мы достигли, кстати, этой штуки. Кстати, зря я не сделал сюда никакого научного эксперимента. Ну да ладно. Он так красиво пролетает мимо. Всем повторяю, ребята, ставьте скан, и все вопросы ваши с модами решатся. Скан работает по принципу Steam даже лучше. То есть вы поставили, галочку нажали, сказали окей, он мод установил самостоятельно. Если мод появляется в обновлении, вы видите, вы можете вручную добавить его на апдейт. Вам не надо, как в Steam, избегать того, ну то есть, что он возьмет и сам обновит. Вон минус у нас. Где-то, а где луна? Вон луна. А вот это вот минус на горизонте, кстати. Так, что у нас? 33. Топливо половина. Ну, я думаю, в принципе, мы, наверное... Ну, должны мы суборбиту взять. Я думаю, 41. Да, мы возьмем смело. Я не буду сильно его в длину разгонять. Так, пусть в океане где-то и хлюпнется. Вот, потому что это с концами, как бы, путь в один конец. 54, 56, 50, 70. Сейчас наберем и закончим на этом. И как раз все топливо выработаем. Идеально, вообще, по-моему, сбалансировано получилось. Все, 71 тысяча. Я очень доволен этим полетом. 53, 54. 60.
65. Па-ба-ба-бам. Орбита. Ну, то есть, вышли. Итого. World First Milestone. 22 километра высота, 790 скорость. Высота в 70 километров. И мы достигли Space. И мы получили за это очки науки. Контракт Complete Escape Атмосфера 6 очков. И V2. А, V2, не F2. Mission Successful Complete. Все. То есть, в принципе, мы теперь ее роняем мордой вниз. Ой, только подождите. Вот. Мы можем тебя перевернуть? Немножко, немножко. Хотя тут... Вы знаете, что сейчас делаю? Стоять, стоять, стоять. Если получится, я ее сейчас разверну и, возможно... Но я не уверен, слишком медленно она разворачивается. Возможно, у нас еще получится force... тот самый... Force landing. Стоять, стоять, стоять. Ну, пускай вот ее вот так вот крутит. Сейчас ее должно стабилизировать в потоке. Нет, блин, зараза. Развернись. Развернись, пока ты не грюк. А, 30, слушайте, 30. Ага, вот, пошел эффект. А, не успеваю я ее развернуть. Все, блин. Ладно. Пускай она летит носом вперед. Очень бы хотелось ее все-таки развернуть и успеть сделать форс лендинг, но 15 тысяч, скорость 700, о, 970, я не успею. Я реально не успею. Перевернись, родная. Перевернись, перевернись. Ну, давай, 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 давай. Отлично. Тихо. Это горизонтально. А мне надо тебя вертикально поставить. Yeah. Слушайте, может еще и получится. Сколько высота? 6000, скорость 140. Давай, держись, родная. Держись. У тебя топлива еще должно хватить нам. На форс. На форс, 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 форс. Нет, 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 не заворачивай. Ты ж так хорошо падала, а? А, блин, 7000, так это я взлетел. Ничего себе. Я проворонил тот момент, когда я взлетел. Я не знаю, успею я сейчас, оставлю себе там 2000. Я думаю, что может быть 200 скорость. В закате таком. Вау. Гляньте, какая вода. И мы летим туда, вот вперед. По отношению... Так, давайте мы сейчас ее... Оп, стоп, тихо, тихо. Земля снизу. Разворачиваем тебя. Добавляем газку. Сколько у нас топлива? 35? Не. Я лечу. Мне в обратную сторону надо. А если тебя головой вперед? Нет, не успеем. Или успеем? Не успеем. Ладно. Специально. Это была хорошая попытка. Красота. Блин, и это КСП, а? Офигеть. Сейчас мы горизонт сделаем 2/3. Не, вот так. Воды 2/3. Вау. Это круто. Это реально круто. Space Center. Не забудьте потом в Steam лайкнуть этот скриншот. Так, и что нам еще здесь сказали? Какой мейлстоун?
Угу. Мы еще и 100 километров дистанцию побили. Отлично, это Go у нас. Доступны стали Massive Scale Launches, Media Circus и Go to Baldigo. Так. У нас стали доступны Massive Scale Launch, больше 20 тонн. А нам надо 20 тысяч на то это построить. И мы сможем получать 40 тысяч, когда мы запускаем на орбиту. With a vessel with a mass at least 20 тонн. То есть, короче, когда у меня на орбиту выходит 20-тонник. В прошлый раз я сказал, когда мы запускаем 20-тонник, нет. 40 тысяч, когда reaching orbit, то есть когда мы достигаем орбиты с кораблем, масса которого не меньше 20 тонн. Так что, в принципе, пока оставим, не буду принимать, потому что у меня все равно здесь, я не могу принять много других. Но интересная штука. Медиа циркус, что дает? 25 фаундов to launch cost, да, то есть увеличивает стоимость запуска. Дает одну репутацию за experience point, полученный астронавтом. Награждается после recovery. Но минус 25 репутации on vessel loss. Окей. И что-то еще было? А, вот. To Baldigo. 15 тысяч фандов. Когда scientist, да, когда ученый передает, или когда мы забираем науку с нового биома. 15 тысяч. Это интересно. Новый биом, то есть это мне, конечно, там биомов на Кербале дофига, на Луне. Слушайте, интересно. Moon Probes. Мы еще не можем. Ага, мы должны сначала на орбиту выйти Кербина. Хорошо, сейчас сделаем. Что у нас здесь? 61, то есть мы можем, в принципе, уже 45. И, ага, эти 90 этих еще не можем. И здесь, в принципе, ничего толком и нету. Что нам надо? Я вот думаю. Для полетов на Кербине вот это хорошо было бы. А для науки вот это хорошо было бы. И парашюты. Их ресерчим. Также открываем парашюты плюс за единицу. Так. И у нас еще 35 науки. Эй, не тупи. Не тупи. Flight control. А ну стоп. Что, подтупливаешь? Да нет, нормально, в принципе. Ну да, 38 кадров. 45. Баба ягодка опять, а у нас ничего еще нету. О, это классно. Enhanced. И здесь, да? Ладно, пока возвращаемся. У нас есть другие еще контракты. Актив, контакт, фокус. Надо вот провести там. Что здесь есть? Пам-пам. Orbiting Kerbin. Мы уже можем. Create communication из четырех. Не хочу, хочу из трех. Из трех, в принципе, можем брать уже. Flyable Kerbin. Где? 6000 на 10 метров 90 ми. О, вот это, кстати, можно. Парашют. Потестить на высоте 6000 метров. Это нормально. 10 метров, 90 метров, тоже нормальная скорость. Джумбо мы говорили, что можем затащить наверх. Field Research. О, биом тундра. Эксперимент EVA, температура атмосфер. Тундра, это лететь через полпланеты. Пока рано. Тест Real Chute. На Кербин Splash Down. Да, сделаем. Swivel Liquid. Кербил Landed 1. Тоже сделаем сейчас. Тест AEFF 1 Airstream Protective Shield. На высоте 50-58 километров. И, ага, нет, пока не будем делать. Climate Study of Kerbin. Так, ну что здесь? Пока так. О, принести сопаратрон на 6000 метров на скорость. Ух ты, блин, ничего себе скорость. Пока нет, ладно. Погнали, вот
Наверное, вот сюда. Потому что авиация у нас сейчас это главная задача. Так. Авиация, главная задача. Открываем теперь наш дневничок с задачами. Real shoot, splashdown, landed вот этот swivel. Где он этот swivel наш? Вот он, Т-45, да? Т-45 swivel. Landed on Kerbin. Значит, мы делаем очень все просто. Мы делаем вот так. Я уже почему здесь начал, чтобы не переключаться на ракетную туда-сюда. Вот. Так. И свиврал вот этот антенку ему для связи. Запускаем, тестим и уходим. Получаем свое одно очко науки и готовимся к полету. Возможно, нам придется сейчас тест, run тест. Есть, закрылись, получили, отработали. Recover. Да, тесты движков проводим перед тем, как лететь в космос, что логично. Так, дальше. О. А, ну это репорт о рефаунде. Так, давайте посмотрим, сколько стоит 225 на то, чтобы иметь возможность строить более массивные самолеты больше, чем из 30 частей. И 75, значит, однозначно апгрейд делаем здесь. И апгрейд сделаем здесь. 196 тысяч у нас есть в остатке. То есть мы можем уже немножечко развернуть, так скажем, крылья. Крылья развернуть и строить уже более продвинутые машины. Remote tech закрываем. Juno Basic Jet Engine into Flyable Kerbin. На 8000 мы его должны загнать. Также мы должны загнать... какие мы здесь метры должны здесь? Pressure readings, да? Ну, давайте сделаем... Сложили сделать. А давайте я... EV-репорт будет, да? Я думаю, сделать его пилотируем или не пилотируем. Сделаю, наверное, не пилотируем, хотя это очень маленький. А ну. Но у нас и двигатели, по-моему, маленькие только есть, да? Да, только маленький. Поэтому я не буду маленький строить. Малюсенький. Этот корпус, да, такой. Ладно. Тогда мы построим интересную такую сейчас штуку. Какую-нибудь такую интересную штуку построим. О, прибежали мы, одну секунду. Пришли с прогулки, нагулялись, холодно и телефоны сели. А, значит, строим дальше. Нам надо загнать его достаточно высоко, плюс нам надо вывести один движок вообще с собой. Сколько у него веса, интересно? Вес у него 0,25 тонны. Крыльев у нас сейчас с вами хватает. Я бы даже сказал, у нас с вами их очень много. Вот мы сейчас такую сделаем штуку. Вот. Где у нас центр веса? Отлично. Так. Ух ты. Интересно, как он будет летать, если так пристыковать.
Так, а что-то он скачет так непонятно. Так, началось. Началось. Непослушание. Так, я хочу не так, я хочу... Да что ж такое, я не могу развернуть... О, вот так. Получил, наверное, по заднице уже. За то, что не слушается и не делает то, что надо. Так, тут мы сделали. Спереди мы добавим вот такие штуки. Центр лифта теперь сместили обратно. Так, знаете, что я забыл? А, не, ничего не забыл, все нормально. Топливные движки у нас же есть тут тоненькие вот эти вот, которые... Да, есть. Так, а ну 2 секунды, сейчас я выйду, разберусь. Поднимайся и раздевайся. Слушай маму, пожалуйста. Так. Мы сейчас с вами сделаем следующим образом. У нас есть пилоны. Вот здесь. Они, эти пилоны, могут отстреливаться на самом деле. Не понял. А что оно так все как-то не стыкуется? О! Он теперь стыкуется. Ну, давайте. Вот так. Вот. Пилоны. Значит, они у нас по умолчанию, видите, создают декуплеры. Но вы правым кликом можете сделать, чтобы они не декуплерились никогда. То есть они стационарные. Итого. Крепим сюда. Сейчас. 2 турбинки. Ого, это я так вперед вынес, ничего себе. Мы их сейчас двинем. Блин, вот эта вот штука, эдитер, такая классная. Вот тут сделаем впереди так. А здесь добавим, ну, стандарт. Сзади. Добавляем теперь сами движки. Вот так. И получилось достаточно интересно. Тяга у нас получилась хорошая. И нам надо вынести движок. Вот этот Jumbo Jet Engine. Нам ничего не сказано, что нам с ним надо делать. Поэтому мы его просто вынесем вот из группы. И он у нас будет просто лететь вместе с нами. Так, теперь нам осталось добавить сюда шасси. Шасси у нас даже уже передняя есть, стойка вот такая интересная, красивая. И боковые, которые тормозят у нас. И тут они вот в крылья вставляются, я знаю. Но это слишком низко. Сейчас мы попробуем поставить их вот сюда. Это тоже очень резко. А если их ткнуть вот сюда? О! Вот это, кстати, концепт интересный. Низковато, но мы можем решить этот вопрос следующим образом. Взяв и подняв пилоны, тогда это у нас получится слишком высокое. И мы заменим ее на обычное колесо. По высоте, по-моему, отлично. Садиться мы тоже можем нормально. Но я попробую все-таки подшаманить. Угу. Убираем вот это. И очень плавно добавляем вот так. Да. Вот. И теперь будет классно. Так. Теперь надо. Что нам мерить? Pressure readings. Это манометр. Так. А ну не кричи, я сказал. Так, вот это другой вопрос. Подойди и помоги.
а не крик вот этот устраивать, что ты устраиваешь. Процесс воспитания, он такой. Так, давайте сделаем его. Это будет планер K1. Ну, как-нибудь так. Вот такой вот интересный получился планер. Можем сюда нос прицепить для понтов. Вот так. Это так, чисто для понтов, реально. А, чего бы нам добавить? Я вам скажу, что нам добавить. Нам надо добавить антенну. Вот, которая у нас вот здесь будет для связи. Но я бы сделал для связи антенну где-нибудь вот здесь. Вот здесь антенну я бы добавил. Потому что она снизу. Что ты делаешь? Почему у меня все щелкает? Что ты смотришь? Дань, тебя мама зовет. Два раза уже позвала. Почему ты опять не слушаешься? Так, я чувствую, не дадут мне дописать серию до конца. Да, и в принципе мы с вами уже нормально полчаса сидим, даже больше, по-моему. Так, ну вот такой вот. Такой вот получился. Бомбарбия Киргуду. А ну подождите. Сейчас я попробую. А, это шкор, блин. Все, я хотел снести вот сюда. Переставить, я не хочу сейчас заморачиваться с этими базами. Пусть будет как будет. Вот я поставлю сюда еще это. Чтобы у меня была полетная статистика, прям в полете. То есть полностью инженерный такой плейн. А, мистерингу, мы планируем сесть. Поэтому я планирую мистерингу вернуть на родину. Так. Я уберу вот это вот, оно мне мешает. Ну, вроде красиво получилось. Рефлектрон нам не нужен. Магнитометр пока... Не, ну давайте на всякий случай еще темпометр поставим. Термометр и гравитометр. Вот, то есть полностью научный зонд. Пробуем. Даже нос получился чуть ниже. Что для меня, например, есть даже лучше. Так, два двигателя работают. Здесь еще раз вспоминаем. Высота 8000. Ну ладно, оставим контракт плюс. Сейчас все это свернем, кроме одного контракта. Вот, опять контракт плюс. Окошко начало тупить, как в прошлый раз. Так, ну газку и погнали. В вечернее небо. Где у нас там наша? Вон она. Вот туда и полетим сейчас. А чё это он так как-то плохо гонит? Как будто он на тормозах. Ой, у нас уже была с вами такая штука. В прошлый раз, помните, стоять? Я не помню, как я решал. Было у нас с вами с этими колесами чего-то не то. А сколько у нас колеса весят по вот разнице? Этот 0,45, этот 0,22. Забыли об этих колесах напрочь. Все. Раз тут разница в веса вообще не разница, то я предлагаю ставить колеса здесь. Вот так. Ну и переднее, естественно, сюда. И теперь у нас должно быть все хорошо. Вот. Пробуем еще раз. А если нет, пойдем на переделку. Я просто вот уже был у меня момент, когда он не ехал. То есть, то он там рвет когти по полной.
но не едет. Лайт можем зажечь. Вот, 12, 14, 17, 20. Все, поехал разгон. Тут с этими шасси все окей. Пробуем. Ох ты! Вообще, скорость 50. То есть 200 мы наберем смело. Значит, мы можем троттл на 50 опустить. Или сколько это? 60, точнее. И уже мы гоним. Шасси складываем. Выбираем нашу главную точку. И погнали в набор. Слушайте, мне нравится, такой плейн получился прикольный. Малой насмотрелся сегодня правильных мультиков. И еще сейчас смотрит эту «Гостью из будущего». Так, 140 можем добавить. Интересно, выдержишь ты такой крен в 45 градусов? В 35, точнее. Ну, да. 35 выдерживает. Отлично. Значит, там у нас 120. Главное, не больше 220. И 8000 набрать. И пресс-барометр подготовить. Для того, чтобы... Вон она мигает. Ракетой мы вошли классно, мимо нее так проскочили. Нам надо войти на 8000. Видите, 136 так, в принципе, и держится. Чуть-чуть меньше можно. Минус, красавчик. Так, ну пока мне сборка очень нравится. Особенно скриншот вот этот, который мы с вами сделали. Он просто бомбезный. Лок прешер. Тут ничего пока нет. О, коллектинг сурвей радар. А, все, то есть я... Угу. То есть мы выполнили то, что мы должны были выполнить. Так, хорошо, тогда юнит раз. Я о науке как-то вообще забыл. И юнит... Эй. А, юнит 2, он чё? Такой же, как юнит 3? Ой, не работает. Этот работает, этот работает, этот не работает. Прикольно. Хм. Так, 8000 сейчас наберу, и в принципе у меня будут условия для того, чтобы скорость 120, ну это мы добавим, когда заберемся. 8000 есть, теперь мы можем пускать носик. Носик опускать, можем сделать обзорв какой-нибудь, забрать с собой. Сейсма. Эй, а чё сейсмограмма не работает тоже? Так, неинтересно. Лок прешер, так, это можем убрать. Что, первые глюки пошли? 120 сейчас, сейчас сработает. Интофлай Болкербин. И что, ну, когда его... Все, то есть... А, просто вынес, и все-таки действительно все сработало. Так, тогда мы возвращаемся назад. Глушим двигатель и будем падать вниз. Правда, тут видимость такая себе вечером. Смотрите, а как разворачивать креном самолеты? Мне тут подсказали, и действительно. Если вы уберете, выключите. Вот, видите, они не выключаются почему-то. Прессомат так и застрял здесь. Да, что-то у нас тут подзастряло. Ну, ладно, мы сейчас все равно будем заканчивать. А если вы выключите САС, вот, то он у вас при крене, в принципе, будет разворачивать, видите? То есть вы вот подруливаете, он у вас потихонечку разворачивает. То есть понятно, что мы падаем сейчас вниз. Вот. Ну, вот сейчас мы развернем... Ой! Очень он инертный такой, очень большие поверхности управляющие. То есть, короче, без САСа он работает. У меня просто не такой стабильный крафт сейчас. Вот, но... Слушайте, хоть по солнцу заходи. Давайте сделаем коробочку вокруг аэродрома. Потому что против солнца заходить я ничего не вижу. Вот так, на такой высоте на 1800 пойдем. Оставим скорость. Вот так вот. Вот, и, блин, ну слушайте, ну какая красотень, а.
Давайте мы сейчас так вот сделаем. Ой. Там. Опс. А у ракеты не было такого. Так, ну солнышко, не садись пока. Сейчас мы с вами сделаем коробочку, башню, разрешите пролет. Как обычно. Там был дисплей, 76,9. Барометр нам показывает. Так, а это пока, ну да, проглючило. Вот иногда оно подглючивает. Пока понять, что проглючивает, я не могу. Но есть подозрение, что может сам с этим мод, может какие-то другие конфликты. Но оно то подглючивает, то не подглючивает. То есть по-разному. Но все равно сборка пока мне нравится, и я в нее буду играть. Так, смотрите. Аэродром мы пролетаем. Начинаем снижение. Сбрасываем газ. Я просто хочу садиться, хоть полос увидеть. Хотя я понимаю, что это сомнительное дело. Потому что полоса все равно в тени гор. Мы сейчас опустимся ниже. Да, видите, вот солнышко уходит за горы. Зато хоть глиссадные огни здесь видны. Хотел в кабину переключиться и вспомнил, что у меня же нет кабины как таковой. У меня есть по центру управляемый модуль. Так, где наше шасси? Тихо, тихо, тихо. Не так резко. Ну и заходим, заходим, заходим. Ай! Блин! Одно неловкое движение, вы отец. Так и получилось. Ну, сбили только шасси, нос, все остальное осталось целое. И это главное. Все, миссии закончили, recovery vessel. Ту-ду-ду-ду, мы с вами это сделали. Главное, что классный получился, реально. Так. 48,8 science earned. Угу. 19 тысяч забрано. Ну, в принципе, нормально. 226 было 190. Так, что здесь? Здесь мы 100% забрали, потому что мы немножечко потеряли от самолета на посадке. Ой, какая красота. Так, все, на этом сегодняшняя серия закончилась. В следующей серии увидимся и будем продолжать развивать нашу космическую программу. Всем пока, с вами был Гейм Драгон. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Увидимся.